Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня, в этот замечательный день, в парке культуры и отдыха Дома офицеров собрались неравнодушные люди. Все ваши мечты о прекрасной земле, о дружбе человека и природы. Вот это желание светлого, доброго, прекрасного будущего и объединяет нас здесь. И это замечательно. Мы рады приветствовать вас на совместной акции по благоустройству старейшего парка города, в котором принимают участие представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Забайкальского края и юноармейцы военно-патриотического клуба «Дом офицеров Патриоты Забайкалья». Дорогие друзья, рады видеть сегодня каждого из вас, кто сегодня пришел, чтобы сделать окружающую среду чуточку лучше. Правильно говорят, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но все же, убирать мы должны в любом случае. Природа сама за себя не уберет. Поэтому желаю позитивного настроя, несмотря на такую хмурную погоду. Позитива, энергии. Вместе у нас все получится. Удачи!